Czy masz już jakiś konkretny plan, na co wydasz nagrodę? Jest u ciebie konkretny plan, куда ty dzieniesz swoje pieniądze? Tak, u mnie jest, конечно, я... Повторяй, да? Я хочу сделать свою семью, свое окружение, своих друзей, своих близких. Хочу, чтобы они были счастливы, хочу, чтобы они были счастливыми. Они по-другому смотрели на эту жизнь. Przede wszystkim bardzo bym chciał uszczęśliwić swoich bliskich, swoją rodzinę. Chciałbym, żeby oni inaczej popatrzyli na życie. И также у меня есть свой благотворительный фонд, где люди по тем или иным причинам не могут продолжать заниматься танцами или спортом, и люди могут туда вкладываться и помогать этим людям продолжать заниматься тем, о чем они мечтают, и тем, что им нравится. Niedawno Ildar zapoczątkował fundację, która pomaga pochorowanym sportowcom i tancerzom, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby wyleczyć się ze swoich chorób i wrócić na scenę lub do sportu. I dlatego on by chciał zachęcić również innych ludzi do takiego pomagania i te pieniądze pójdą również na tą fundację. A skąd pomysł na fundację? A skąd u ciebie taka idea na fund? Ну, мы с моей семьей, с моей мамой, мы все время эту идею держали в голове. И мы посчитали, что настало время ее осуществить и воплотить в жизнь. Та идея еще появилась в голове моей и моей мамы уже очень давно тому. И уж давно мы шли, как то зорганизовать и в який способ этот фонд повинен делать. Ну и теперь я сделала. Zwyciężyłam i będzie łatwiej.